Здравствуйте, друзья. Здесь Димитков Юрий. Недавно в ряде новостных ресурсов проскочила новость о том, что доллар скоро будет стоить 200 рублей. Ужас! То есть курс будет 200 рублей за доллар. И многие это растиражировали. И откуда эта новость взялась? Это вырвана цитата из выступления одного из выступающих на Гайдаровском форуме. И это, однако, не самый последний человек. Там руководитель какого-то подразделения Вран Хиггс. То есть не просто так. И многие люди, просто вот не почитав, наверное, всполошились и говорят, надо бы купить доллары. Я хочу предложить вам идею поинтересней. Я готов предложить вам следующее. Давайте мы заключим с вами договор. И вы мне дадите небольшую какую-нибудь сумму, там, скажем, 1000 рублей. Но дадите. Прямо сейчас. В ближайшее время. А я вам обязуюсь заплатить за это разницу между той ценой, которая будет через какое-то время, и, скажем, 65 рублями за доллар. Если более конкретно говорить, смотрите, вы даете мне 1000 рублей, и, скажем, договариваемся о сроке. Я вам могу сказать примерный срок. Это будет 19 марта, например, да? 19 марта этого года. Я вам могу сказать даже время. 18:45. И вот на время 18:45 19 марта я готов выплатить каждому, кто заплатит мне какую-то небольшую совсем денежку, разницу между ценой доллара, которая будет на момент времени 18:45 19 марта и, скажем, и 65 рублями за 1000 долларов. Что имеется в виду за 1000 долларов? Разница в 1000 долларов. То есть, если, например, мы заключили договор, вот эта вот сумма 65 рублей тоже оговаривается, пожалуйста. Могу, так сказать, отодвинуть 70 рублей, могу... Сейчас скажу, 64 могу, разницу между 64 и выше. То есть, если, скажем, доллар будет стоить, например, 75 рублей, вот на тот момент времени, про который я сказал, 75 рублей, а мы заключили с вами договор от суммы 65 рублей, то вы получите от меня 10 000 рублей. Но за это право вы мне дадите прямо сейчас 1000 рублей, скажем. Согласны? Если согласны, напишите в комментариях или лучше не в комментариях. Лучше, знаете как... Под моим видео вы увидите ссылку на мой сайт dimitkovyur.com. Это мой сайт. Зайдите туда, там есть форма для обратной связи, например, да. И напишите мне запрос свой. Я готов дать, скажем, 10 000 рублей, чтобы получить разницу от 10 000 долларов. Пожалуйста. За каждую 1000 долларов вы получите по 10 000 рублей. 10 000 долларов – 100 тысяч. Вы платите мне сейчас 10 тысяч,
19 марта получаете 100 тысяч. Если на тот момент, на 19 марта, курс доллара будет 75 рублей за доллар. Офигеть! По рукам? Я готов встретиться. И готов даже заключить с вами договор официальный у нотариуса. Нет проблем. Сколько вы мне заплатите, я скажу точно на момент заключения договора. При одном условии. Это должен быть рабочий день. Собственно, все. О, боги! Что он несет? Мы встречаемся с вами, вы даете мне какую-то сумму. Подписываем договор. И вперед. Я не шучу, это серьезно, абсолютно. Готов выплатить любую сумму. Хотите 1 000 000 рублей? Пожалуйста. Почему я уверен в том, что я смогу выплатить такую сумму? Вы думаете, я уверен, что доллар не вырастет? Отнюдь нет. Просто я готов заключить с вами такой договор. Вы скажете, что-то Юрий хитрит. На самом деле ничуть я не хитрю, я абсолютно серьезен. Я готов заключить такой договор с каждым. Потому что я знаю, как это сделать. И как на этом заработать в любом случае, даже если доллар будет стоить 200 рублей. Я вам точно совершенно заплачу эту разницу. Ну, наверное, те, кто уже знает, что такое опционы, они понимают, что я вам только что предложил. Я предложил вам просто опцион-кол на доллар с экспирацией 19 марта. Со страйком 65, собственно говоря, все. А деньги, которые вы мне за это заплатите, называются премия. Если вам понятней так, понять, что такое опцион, пожалуйста. И я надеюсь, что это понятно, ну вот любой домохозяйке, любой бабушке. Не надо покупать доллары прямо сейчас. Надо просто зайти на сайт dimitkovyur.com, сказать: Юрий, я готова 1000 заплатить. Я верю, что доллар будет стоить 75. Но хочу вас предупредить сразу, что если доллар будет стоить ниже, чем 65, то ваши денежки остаются у меня. Такие условия. И вы их теряете. Я вам точно их не верну. Безвозвратно. Вы тратите их прямо сейчас. Вот так. Если вы хотите понять, как я это сделаю, но вон там буквочка И будет, или в описании к видео я размещу ссылку на видео о том, что такое биржевые опционы. Пересмотрите это видео вот сейчас, после того, как я вам это рассказал. И, возможно, биржевые опционы станут вам более понятны. А такую сделку вы сможете совершить сами на бирже. Но для этого, как вы понимаете, надо понимать, куда ткнуть, как выбрать эти самые страйки и так далее. Ну, вот об этом я уж точно расскажу на... Ну, во-первых, те, кто прошел курс биржи для чайников, наверное, они уже смогут это сделать. Ну, а те, кто пройдут дальше, следующий курс, который будет, курс по срочному рынку и опционным стратегиям, они будут в этом деле знать толк сами. Вот так. Если вы хотите понять, как это делается,
Ну, первый шаг – это пересмотрите то видео, которое будет в ссылке. Сейчас поставьте, пожалуйста, лайк. И не забывайте, там сайт dimitkovyur.com. И не забывайте о том, что там можно купить курс «Биржа для чайников». Это важно. Почему это важно? Да потому что доходность по депозитам падает. И вполне возможно, в ближайшее время мы видим, что ничто не вечно. Только что у нас поменялся премьер-министр. Внезапно. Неожиданно. И такие неожиданности нас ждут еще впереди. Какие они будут, я не знаю. Но они точно изменят нашу жизнь, и на них точно можно будет заработать. Кто на них заработает? Только те, кто будут готовы. Оставайтесь на моем канале, будет много еще интересного, поверьте мне. У меня планы большие. Спасибо за внимание, с вами был Демятков Юрий.